Всем привет друзья подписчики мои. Вы находили клад, и я нет, а есть люди которым очень сильно повезло. Итак, самый большой клад в Украине. Летом 2007 года в лесу на горе Тепе оба у Феодосии в Крыму случайно нашли 10168 монет времен Крымского ханства, самый большой клад в истории независимой Украины. Монеты, изготовленные из низкопробного серебра и меди, 80% меди и около 20% серебра были сложены в кувшин. Наряду с официальной версией ходили слухи, что нашел этот клад известный чиновник, который строил дачу. Около трех недель он прятал монеты дома. Когда все-таки решился отдать их музею, пожелал остаться неизвестным. До 2007 года самым большим кладом считался также крымский клад, найденный на территории средневекового города-крепости Чуфут-Кале, в трех километрах к востоку от Бахчисарая. Он состоял из четырех 250 монет, самым богатым сокровищем, обнаруженным в Украине, считается Перещепинский клад, найденный 29 мая 1912 года за северо-западной окраиной села Малая Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии, ныне Новосанжарского района Полтавской области. 12-летний Федор Деркач и 14-летний Карп Маджар пасли скот в Карнауховой балке, недалеко от Ворскла и ее притока Тагамлыка. Неожиданно Федор, проходя по песчаной дюне, провалился ногой в широкую горловину какого-то сосуда. Вдвоем с Карпом они получили, кроме большой серебряной позолоченной амфоры, еще несколько золотых чаш. После того, как находки увидели в селе, местный священник сообщил об этом власти в Полтавии. Через два дня в селе появились полицейский и археолог Иван Зарецкий. Но за то время крестьяне раскопали место клада и разобрали монеты, драгоценную посуду, персни, браслеты, позолоченное оружие и конскую упряжь. Впоследствии полиция изъяла у крестьян 800 золотых и серебряных предметов. Но всего изъять не удалось. Время сокрытия клада довольно точно определили по найденным в нем монетам ВВВ нашей эры большинство исследователей считают, что клад принадлежал вождю степных кочевников. В начале 1980-х годов немецкий ученый Яхим Вернер, а затем австрийский ученый Вернер Зайпт и болгарские историки и археологи, детально исследовали сокровища и прочитали надписи на древнегреческом языке на перстнях-печатях из него. Основываясь на данных этих исследований, Яхим Вернер 1984 года издал монографию, посвященную Перещепинскому кладу. В ней он выдвинул версию о том, что возле Малой Перещепины нашли захоронение Кубрата Хана, а затем кагана Великой Болгарии, состав которой в VII веке на ашееры входила и часть территории современной Украины.